Ну что я ему скажу? Что я уличный музыкант? Ну что-нибудь придумаем. Ты, конечно, зануда, но человек не злой, наивный и доверчивый. Скажешь, что у тебя толпы поклонников. Точно! Ну вот только почему ты до сих пор не посвятил мне ни одной песни? Но... потому что я хочу тебя взять с автором. Давай сочинять вместе. Прямо сейчас? Конечно.